обезьянка моя со мной. Ку-ку. Ну как вас? Класс. Клубника, пожалуйста. Клубника. 100 людей под ногами. Нифига себе, прикольно. Мама с коляской. Ух ты, забавно. Лариса идет. А тут моя мама работает. Мама куда-то убежала с моим ребенком. Мама, куда ты убежала с моим ребенком? Вот она, мама. Мы, короче, решили взять фруктов. Я вообще-то достану, ну его нафиг. Она там тут всех знает, а я никого не знаю. Я говорю, давай я постою в стороне. Как тут прикольно, 1000 лет не была, даже вот вообще. Так, постоишь. Кукуськи? Кукуськи? Киска. Девчонка, мы тут на Урицкого вышли. Бабулька нас там где-то идет далеко-далеко. Короче, куда-то она нас ведет, я не поняла куда. Мама, куда ты нас ведешь? Ку-ку. Пришла в красивое место. А котенок мой укачался. Сейчас перекладу, поболтаем. Уморилось мое солнышко. Ой, все в помаде. Дрыхнет. Ему так нравится вот этот рюкзачок. Это эрго-рюкзак. Его можно носить с 4, по-моему, месяцев. С 4-5 месяцев. Что-то я так села неудачно. Носись попу получше. Его можно носить с 4-5 месяцев в позиции М. И малышкам там, ну, должно быть удобно. Моему вроде как удобно, моему вроде как нравится. И он у меня укачивается постоянно. Я его только посажу туда, не знаю, 15-20 минут, и ребенок спит. Укачивается моментально просто. Ой, как тут хорошо. Опять пришла на свое любимое местечко. Я уже вот сейчас хотела поменять локацию на самом деле, но поняла, что смысла нет ее менять, потому что везде то трава не такая, то еще что-то не такое. В общем, мне кажется, что я сижу как раз в самом хорошем, красивом месте. Еще деревце тут красивое. У нас сегодня чуть за 20. Восхитительно, конечно. Просто вот люблю вот выходить на свежий воздух, гулять. Хорошо, что здесь сделали такое пространство, что можно просто сидеть, отдыхать. Семейный парк. Я читала название парк семейного отдыха. Парк семейного отдыха называется. Ну, правда, парк семейного отдыха. Да, есть место для собачек, есть место для детей, есть прогулочные вот эти дорожки, много-много лавочек. Качелька даже есть, и там качельки детские. А, еще волейбольная площадка. Позади меня, по-моему, как раз, да, я вижу. Да, кстати, немножко видно волейбольную площадку. Тоже есть такое. Классно. Я люблю, когда вот так вот облагораживают пространство, когда имеется возможность где-то отдохнуть, просто посидеть, потому что не всегда есть время там и возможности куда-то ехать. Хочется просто вот в городе посидеть. У нас вообще протекает здесь река Ангара, а здесь просто такой, не знаю, заливчик, лужа. Всегда было непонятно, что. Сюда обычно рыбачить ходят, такая заводь непонятная. Ну вот, додумались, что здесь будет просто пустое пространство, когда здесь можно сделать парк семейного отдыха. Классно. Наверное, 100 раз уже похвалила это место, этот парк. Сейчас как раз хотела поболтать, рассказать, как выбирала рюкзак. Этот рюкзак я, кстати, взяла на Авито. Девчонка поставила забавную цену 888 рублей.
не знаю, почему она так поставила. Она говорит, я вот почему-то так поставила. Я говорю, хорошо. Приводила я ровно такую же цену. Оказывается, ну вот, пока у меня не было ребенка, я считала, что вообще рюкзаки есть для детей, вот и все. Все, что я о них знала. Что существуют рюкзачки какие-то, ну да, как кенгурушки, да, вот эти. Малыш сидит у тебя на ручках, ну на ручках, не на ручках, да, у тебя свободные руки, малыш сидит, и как бы вес распределяется по всему телу мамы. Ну, не по всему, да, как по верхней части. То есть руки хотя бы свободные, хотя бы на какое-то количество времени. Потому что, например, моему кабанчику уже чуть больше 7 килограмм, его уже, ну, тяжеловато, так скажем, таскать на руках. Это, ну, я думаю, все мамочки меня поймут, что такое носить на руках. А ему же интересно, ему, конечно, не интересно лежать, ему интересно, чтобы его носили, показывали что-то, там, я не знаю, в другую комнату унесли, какие-то вещи потрогать охота, это же дети, эти, ну, как бы они, у них такой, на самом деле, колоссальный скачок развития, да, вот они родились, на каких-то своих рефлексах, да, за год они, ну, учатся много чему, да, и к году плюс-минус детки все уже ходят, чего-то там говорят и так далее. Это на самом деле так круто. Мы вот, бывает, по 5 лет учимся, и дай бог отучиться чему-то, да, допустим. О, я слышу сверчок, что ли, поняла. И вот мне было интересно безопасность прежде всего. Когда я перед родами ходила на разные мероприятия, в том числе и к нашему психологу, она нам объясняла, что такое слинги и как их носить. Слинг-шарф у меня есть, кстати, там пару фоточек приложу. Его быстро, да, достаточно быстро можно намотать и идти куда-то. Единственное, что не всегда комфортно с собой тут большой шарф носить, он порядка 4-5 сантиметров, поэтому там достаточно такое покрывальце увесистое получается и по весу, и, ну, количеством, да, вот таким. Вот, и он когда, в общем, когда я его заматываю, он у меня как-то оттягивается вперед постоянно. Я вроде как бы сильно замотаю, я боюсь его перетянуть, и он мне вперед, не знаю, отпадает, так скажем, спинкой вперед. Но я все думала, что это, наверное, не сильно удобно. И подумала, может быть, ну, прежде всего, это, во-первых, удобно, чего уж я тут несу. Просто не так качественно я могу его замотать, этот шарф. У нас продолжается регистрация участников и технический осмотр для наших гостей нашего города Иркутска, также для наших друзей из Монголии. Вы можете посетить исторический музей ледокола Ангара. Данный ледокол как раз действовал в то время, когда не было Кругобайкальской железной дороги. Поэтому, если вы приехали к нам издалека, обязательно посетите, посмотрите наш последний ледокол. Боже, какая прелесть! Как классно! Здесь какое-то мероприятие. Пупс что-то не в восторге от всего этого. Ладно, сейчас посмотрим и пойдем, наверное, в сторону дома. Да-да. Круче те, которые я заказывала в Москве. Тут еще мерч есть, но, к сожалению, нету совсем мелкого. Тут, хотя есть всякие косыночки и все такое. Но, блин, я хотела, может быть, брелочек какой-нибудь взять, мероприятие. Проходить-то будет новая разводная. Как раз очень знакомое место. Ну, и это будет проходить завтра. Прикольно, блин, вообще. Как я сюда попала, не знаю. Пришли мы домой, у нас там под конец еще села батарейка. Ну, как, собственно, всегда. Я уже не могу зарядить нормально все. Бешеный у меня тут сегодня какой-то мужчина. Ты знаешь, почему ты такой бешеный?
бежит, бежит куда-то. Господи, сколько энергии у ребенка. Точно. Да. Да. Конечно. Ну ты что с этим бешеным делать? Куда ты торопишься? В общем, эрго-рюкзак — это ягодка. Просто ягодка. Восхитительная. Восхитительное изобретение. Точно. И нам с малышом оно очень нравится. Куда? Что на месте не сидит? Точно. Все, я поняла тебя. Я тебя поняла. Я тебя поняла, мышь дочки. Ой, весь в помаде в мамине. А куда ты хочешь? Куда ты хочешь пойти? Скажи, пожалуйста. Мы, оказывается, посетили мероприятие. Значит, суть этого мероприятия какое? Мы случайно на регистрацию попали этого мероприятия. Значит, берут машины, мужчины, там, женщины, не знаю кто. В общем, берут машины, переделывают их вот в такие внедорожники сами. Как-то они их там котлетами называют. Наверное, специалисты меня поймут. Котлеты, в общем. Передел. Вот на такие большие колесища. Я вот специально даже сняла колеса эти огромные. И это мероприятие каждый год проходит. Там вот с Монголии приезжают люди. Еще, ну, видимо, вот вся наша сторона вот эта. И проходит оно в Новая Разводная из поселок. Ну, видимо, там где-то есть дорога, я так подозреваю. Я, в общем, там, у меня там бабушка просто живет, жила, царство небесное. И там, не знаю, я не знаю, где там можно ездить. Наверное, где-то куда-то там ближе к реке. Нужно хоть раз туда пойти. Я знаю, что там еще залив есть, там купаться можно. Я ни разу в жизни, за всю свою жизнь, ни разу не видела, где там этот залив. Туда я никогда не ходила. Но там сейчас очень красиво, хорошо облагорожено все. И, соответственно, там... Как-нибудь, кстати, поеду и сниму оттуда видео. Очень, кстати, классное. Поэтому, что могу сказать? Вот это мероприятие, там, значит, как гонка проходит. Как я сегодня слышала, ведущий уточнял, что нужно будет просто проехать, чем быстрее, тем лучше, как я поняла. Ну, я могу ошибаться. Мероприятие это интересное, я никогда не знала, что оно такое есть. Столько красивых машинок, переделанных, да, вот это интересно даже, как они выглядят. В общем, лично мне понравилось, конечно. Вообще, люблю всякие мероприятия. Так будет, если что-то проходить, и будем мы с молодым человеком там, то, конечно, я с удовольствием буду снимать. Потому что для меня, например, это, ну, как минимум интересно. Молодой человек, ни минуты покоя, ни минуты... Что вы, гум-гум, куда гум-гум-гум? Куда? Куда? Ты пальцем даже показываешь, да, уже куда тебе надо? Что тебе нужно? Синочка моя, что тебе нужно? Куда ты собираешься идти? Молодой человек! Давай всем скажем пока! Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь, кто еще не подписан на наш канал. Приходите по ссылочкам в Boosty, поддерживайте нас. И котка. Все, он где-то, значит, отрыжку с кушаем. Боже мой, и котка. Сыночка, ну что такое? Господь с тобой. Так вот. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. А я буду весь наш лайфстайл снимать для вас. Может быть, вам что-то будет интересно. Ставьте наше видео фоном. В принципе, тоже хорошо, когда кто-то болтает, когда вы собираетесь на работу, например. Или просто чем-то занимаетесь, готовите еду. Я, например, так делаю всегда. Какие-нибудь видео или сериалы ставлю просто фоном. Они там идут. Я их смотрю периодически там слушаю просто. В общем, это удобно. Ну что ж. Увидимся с вами в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.